Есть народные способы лечения эндометриоза. Это использование чеснока. Берется чеснок, смешивается напополам с мазью Вишневского, делается маленький шарик, заматывается в бинтик, ставится бинтик вагинально. На 1, 2, 3, 4 часа после этого достается, и человек должен проспринцеваться. Один стакан воды по 2 капли аромамасел нероли аниса, жасмина, чайного дерева. Спринцеваться необходимо утром и вечером. Второй вариант: на ночь перед сном ставить вагинально маленький кусочек меда, утром спринцеваться тем же раствором.